принципе, 0-0 на табло. Инициативы кто больше владел в этом отрезке? Ну, обе команды владеют инициативой, как такового преимущества нет. Вот, поэтому равный хоккей, хороший хоккей, быстрый, много бросков, много движения. Вы в Кубке Мэра не участвовали, вот второй матч официальный. Как игру чувствуете команды сейчас? Команда хорошая, сплоченная, все дружный коллектив, все поддерживают друг друга. Все замечательно. Про ваше звено принца хорошо знаете, вороны, наверное, чуть меньше. Как взаимодействие с партнерами? Ну, недавно начали вместе играть с принцем, раньше играли в Минском «Динамо», да. Вот, поэтому только начало чемпионата, находим взаимодействие, думаю, все будет хорошо. Спасибо большое, хорошего матча.